Служба госбезопасности Грузии возбудила дело о заговоре с целью захвата власти в стране. Главные подозреваемые – бывший президент Михаил Саакашвили. Доказательством стала аудиозапись, которая появилась в интернете. На ней сторонников партии «Единое национальное движение» призывают к массовым акциям протеста и подготовке революционного сценария. Подробности у Василия Матуа. Предвыборная кампания в Грузии в самом разгаре. Большинство экспертов сходится во мнении, что основная борьба развернется между двумя политическими силами – правящей партией «Грузинская мечта» и единым национальным движением Михаила Саакашвили, ныне занимающего пост губернатора Одесской области. Непримиримые противоречия этих двух политических движений еще более обострила аудиозапись, появившаяся во вторник в интернете. Она представляет собой телефонный разговор, предположительно, Михаила Саакашвили со своими соратниками по партии. Участники телефонного разговора обсуждают возможность революционного сценария в стране, а именно проведение после выборов масштабных акций с целью дестабилизации ситуации. Мне Бакерия говорил, что он согласен со всем, и у него есть сценарий, но потом он мне сказал, что если революционный сценарий не пройдет, надо приготовиться к тому, чтобы вступить в коалицию. Кто хочет вступать в коалицию, пусть готовится. У меня нет никакого желания, с кем мы должны вступать в коалицию. Я все время думаю, как это сделать, но ничего не могу придумать. Я думаю, наша задача, чтобы выборы прошли в революционной обстановке на фоне недовольства народа. Вот вы и должны взять инициативу в свои руки. Надо создать группу из тех, кто радикально настроен. Подлинность аудиозаписи пока не установлена, но Служба государственной безопасности Грузии опубликовала заявление. В связи с опубликованными в медиа записями Департаментом контрразведки Службы государственной безопасности Грузии начато следствие по статье 315 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей заговор с целью свержения или захвата государственной власти. Будут проведены все необходимые мероприятия и будут допрошены все лица, принимающие участие в телефонном разговоре. Служба государственной безопасности не допустит в стране никакой дестабилизации, и в случае доказательства вины все лица будут наказаны по всей строгости закона. Спецслужбы отмечают, что будет проведена экспертиза для установления подлинности аудиозаписи. Для этого будут допрошены все участники беседы с Михаилом Саакашвили. Василий Матуа, Тбилиси, Грузия.